Итак, BlackBerry 9790. В принципе, стандартный моноблок для BlackBerry, как я говорю, 109 на 60 размеров. Что в нем примечательно? Ну так, самое главное отличие от классических BlackBerry, вот скажем, вот 9780, это экран. Здесь экран сенсорный. Вот можно трекпадом перемещаться, а можно выбирать вот так вот сенсором. Ну, на большого любителя, если честно. А кому что нравится. Мне кажется, это какая-то избыточная функция для такого небольшого экранчика, тыкать сюда пальцем. Ну, на любителя. И вообще, телефоны это делали, скорее всего, не инженеры, а маркетологи. Поскольку, вот если сравнивать с культовой вещью 9780, 9720, здесь, конечно, телефон сделан совершенно по другим принципам. Итак, самое главное, он гораздо тоньше, и в силу своей тонкости вот эти боковые элементы, они уже неудобны. Их меньше, во-первых, стало, и они неудобны для работы с рукой вот так вот нажатием. Все уже заточено под дисплей, под свайп, под работу с тачскрином. Ну, такое себе удовольствие, если честно. Но, что интересно, вот этот пояс клавиатурный, как я уже раньше говорил, он, видите, раздельный и очень удобный, крайне удобный. Клавиатура тоже шикарно сделана, впервые они так делали, вот рядышком поставлю. Вот если 9780 клавиатура как бы обрывается вот здесь, и тут небольшое есть место, то 9790, ну здесь вот бампер, к сожалению, не дает показать, она заходит аж на боковое ребро. То есть они попытались максимально выжать из этого вот размера, из 60-миллиметрового размера. Ну, очень похвально. Очень. Клавиатура, ну, я бы сказал, классическая, ну, достаточно удобная и неплохая. То есть, ну, как неплохая? Для BlackBerry неплохая. Для всех остальных телефонов это супер-мега-ультра-крутая клавиатура. Все. Других таких отличий я здесь не вижу. Операционка, здесь семерочка стоит, камера с автофокусом, ну, приятный телефон. Из этих бы двух телефонов я бы выбрал вот этот, 9780, классическую модель. Камера одинаковая, но здесь батарея 1500 мАч, здесь 1270, по-моему. И плюс сенсорный экран поджирает, она будь здоров. В руке вот это лежит лучше. Вот такой обзор на коленке.